Мы играем за Джонни Байкера. И что хочу сказать. Мы доехали до дома Луиса Лопеса. Сядьте на мотоцикл. Войти нельзя, к сожалению. Но, вы знаете, во время монтажа... Вот я сейчас вставлю пару кадров, как вот я играл за Луиса Лопеса, получается, 3 дня назад. Немножко вот играем, спустя годы ностальгируем. Вот я фиксировал всякие глюки, фрезы и так далее. Выходим на улицу, чекаем кадры. 100 кадров, в принципе, 90. Ну, то есть, в принципе, нормально все. Это точно так же, как GTA 4, по-моему. Вот, вы только что их посмотрели, эти кадры, а теперь вот зырьте сюда. Че это такое? Почему все так серо и уныло? Ну, согласитесь, да? Тот же самый райончик, смотрите.